Всем привет, ребята! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в очередную серию нашего замечательного приключения на моем новом сервере, в нашем новом сезоне «Летняя авантюра». Что мы будем сейчас делать? Во-первых, в предыдущей серии мы наконец-то пошли в шахту и добыли нормально так руды, и наконец-то нашли алмазики и сделали себе алмазную кирку. Мы сделали себе меч. Не прям суперский, но зато хотя бы долго прослужит. Плюс, к тому, я пошел опять в шахту, немного там полазил. Опа, ночь наступила. Немного там полазил и нашел вот эту лаймонайт руду. Как видите, не прям кучу стаков, но и не очень так маленько, да. То есть 40 штук нам как раз хватит на такие инструменты, как кирка, топор и все остальные. С нее вроде нельзя делать броньку. Давайте я еще раз посмотрю. Лимонайт. Не, ребята, к сожалению, нельзя делать броньку. Только классный меч. Меч, конечно же, классный. На 10 урона. Это больше, чем в алмазного меча, но он служит не так уж и много. 400 ударов. У этого аметиста на 3 урона меньше, но на 1100 ударов больше. Это такая, знаете, среднячок. Короче, они сделали тут такой офигенный баланс, что сильные, но мало служат, слабые, но долго служат. Плюс к тому, я нашел алмаз где-то так на, я не помню на какой высоте, но где-то на 12, 13, 14 высоте, ну, в принципе, логично. И, так, игроки на сервере может спать. Фиг его знает, если честно. Я бы поспал, ночью не очень хочется играть. Кстати, ребята, оп, нет. Сейчас. Как тут, как вообще ложиться в этом? Я не знаю, честно, ребят, как ложиться в этом. Ага, у нас может выключен. Да, вот. Ага. Ага. Ну, я не знаю, пригодится ли это мне или нет. Так, ну ладно, они собираются спать, поэтому давайте поспим. Вроде монстров нету, вроде... О, спан кровати установлен. Ага. Ну, это я первый раз на кровать лег. Ну, что там? Подождем, ребята, пока все поспят. Я, конечно, могу включить вечер, но... О, точнее, утро. Но это будет не очень по правилам. Также я отключил взрыв от криперов, потому что мне сказали, что это может быть как гриферство, да, что даже на заприваченной территории люди могут приводить криперов на твою территорию и взрывать твою территорию, хоть она и запривачена. Поэтому я это включил. Вы будете... спать или нет? Если не нужно, я тогда сейчас просто пойду, куда нам нужно. Ребята, давайте в этой серии мы наконец-то сделаем портал, как мне говорили. То есть 9 золота вокруг верстаке, посередине алмаз. Я как раз один алмаз нашел, у нас получится вот тот портал. Плюс к тому, я вне серии, как я в предыдущей серии уже говорил, выбил с мобов 2 штучки... Реалмстонов, или как они там называются, которые позволяют нам телепортнуться в другие измерения. Поэтому мы сейчас, наверное, попробуем. Так, сейчас, ребята. Я покикаю тех, кто не спит. Да, я вижу, что тут... Кто не спит? Ред, наверное, не спит, да? Да. И Макс, если что. Сейчас, ребята. Кик. Просто нужно поспать, а вы... Во! Вот кто не спал. Вот зараза. Сидит там и даже не объявляет о себе ничего. Так, хард. Медиум. Изи, вот так. Дальше. Что мы делаем, ребята? Пока у нас вот тут пережаривается... Опа. 8, ага, замечательно. Опа, нифига себе, сколько у нас... Сколько у нас опыта. Давайте мы изучим 60% прибавления урона. Это очень круто. К сожалению, броньку мы не можем сделать. Броньку мы не можем сделать, поэтому нам, наверное, придется делать ее железной. Я надеюсь, что у нас тут есть где-то железо. Аметист... Да вот, вот у нас в этом, вот так. Пока это все жарится, давайте выкинем это и сделаем портальчик. Опа.
Да, ребята. Куда его устанавливать? Вот скажите, потому что я не имею представления, что это вообще будет. Зря я, наверное, его сюда установил, потому что это много места будет занимать. Нужно куда-то, наверное, в другое место установить, потому что тут у меня домик будет. Давайте я его вообще, ребята, быстренько переставлю. Вот, ребятушечки, куда я его установил. Наш дом где-то вот там. Давайте я быстренько на карте посмотрю. Вот тут портал у нас, и наш дом где-то вот там. Ну, чтобы не мешалось. Давайте тут тогда варп поставим. Варп P1. Нет. Set warp P1. Это портал 1 у нас будет. Домой. Вот, домой. Я не знаю. Может, мы, конечно, сможем попробовать, но... Хотя бы его как-то активировать. P1, да? Это сюда. Фух. Ребята, куда его пихать? Кто мне скажет, куда пихать? Мне вроде когда-то говорили, но честное слово, ребята, я не помню. Как активировать портал Realmstone? Может, мне кто-то поможет, то есть не зря же тут люди играют на сервере. Может, они мне помогут и скажут, что и как делать. И, мне кажется, один только Realmstone нужен, не там, не вот сюда ставить. Вы мне... Ну ладно, давайте ТП отнимем. Ассет. Да, вашу ТП ассет. Вот так. Один Realmstone у меня есть, но нам, конечно, еще очень быстро туда пихаться. Ага, по кругу, кругом. Так, ну... В принципе. Ух, твою мать, ты меня напугал, чувак. Какая-то зеленая жаба там стоит. Я прямо обкакался чуть-чуть. Где он? Ну? Ага, СПСМ. Так, ага. Но я пока что боюсь туда идти, то есть... Спасибо, но я пока что... Я пока что воздержусь от этих путешествий. Я надеюсь, вы со мной согласны, потому что нам еще, если честно, очень быстро туда идти. Нам нужно хотя бы бронечку какую-то элементарную скрафтить, потому что этого всего нам не хватит. Давайте хотя бы еще скрафтим... что? Ботиночки у нас вроде есть, да? Есть. И прям даже не поношенные. Тогда давайте вот так. Это, конечно, все быстро нафиг разбабахается, потому что у нас даже не зачарено. Да даже не то, что зачарено, вы же в курсе, что эти... Ванильные ресурсы, они очень быстренько портятся. New Hunter, бла-бла-бла-бла-бла, Weak Uses, Weekend, Explosion, Chest Play, Speed. Ну, короче, тут много всего, но железное самое днище, можно и так сказать. Так, давайте мы пока что себе сделаем 1, 2, 3, 4, да, допустим, 1... 2, 3. И вот так. Чтобы хватило намного времени. Нам еще сундучок бы нужно сделать. Потому что вот эти уже сундучки. Ну как вот эти? Вот этот сундучок уже заполнен. Вот так. Это сюда давайте. Это тоже сюда. Это тоже сюда. Это тоже сюда. Ну, пока что вроде нормально. Пока что нормально. У нас, как всегда, инвентарь полный. Полный какашек, но все же. Опа. Идем его постараемся убить, ребята. Нам нужно вот эти уже... О, давайте... Давайте как раз мы сейчас проэкспериментируем. Сколько нам вот этот чудик снесет броньки с пару ударов? То есть только на одном мобе он тут или он уже пропал? Так был же тут кто-то. Офигеть. Нет, пропал уже, ребята. А у меня почему не показывает... Не показывает, ребята, почему-то вот сейчас боссов.
Хрен его знает, если честно. Ну ладно, не то что босса... А, вот вижу, нет, показывает. Вот там показывает, все нормально. Я не знаю. Хоть убейте, ребята, но мне почему-то кажется, что нам туда скоро еще идти. А мы можем назад выбраться? То есть, если мы туда пойдем, мы сможем назад выбраться? Давайте пока что вот это лучше возьмем. Это сюда поставим. Это сюда поставим. Это сюда поставим. Давайте сейчас как раз проголосуем. Включить Keep Inventory или нет? Потому что многие люди, ну как, в принципе, нужно узнать даже тоже мнение подписчиков и мнение игроков на сервере. Вот видим, все игроки на сервере хотят вот этого. Все. Не единственного нету игрока, который бы написал, нет, Адисан, не нужно. Все вот этого хотят. И я тогда буду согласен. Game Rule Keep Inventory True. Так, выключим капсулу. Включил, вот так. Warp P1. Фу, потому что я, как когда без съемки играю, я вижу, тут люди, ну, прям очень часто мрут. И, в принципе, это, конечно же, не очень хочется и не очень приятно, когда куча вещей твоих тратится, да? Я должен их убить? Вы что, с ума нахрен сошли? Ну ладно, тогда давайте. Set Warp VP. У нас есть Set Warp. Ладно. Опа. У нас есть Set Warp P1. Это портал 1. А это Set Warp VP1 в какой-то степени. Это внутри портала. Вот прям логика, да? Так, ребята, мы... Они сколько? Ну, смотрите, в принципе, ребята, тут нам пару тычек дадут. У нас уже тратится вся... У нас уже практически тратится вся прочность. Это сейчас, секундочку. Да. Не зря же мы эту лопатку сделали классную. Я надеюсь, что она классная. Первый портал, первый поход в этот портал, ребята. Это запоминающееся... Да твою мать, хорошо взрываться. Это запоминающееся событие, потому что, честно, я еще никогда тут не был. Мне интересно, что это такое и можно ли это взломать. И, наверное, взломать это можно только вот этим. Опа! Опа! Не зря я заметил, что это какой-то... Да твою мать, ребята, меня это... напрягает, я не знаю, что это. Кто меня вообще взрывает? Да никто же тут не летает. Вещи падают? Да как падают, если я их в Game Rule Keep Inventory выпадают? А, ну это тогда нужно не тут включать, а в консоли сервера. Я потом тогда это напишу, чтобы включили. Ну тогда потом включат. Так. Кристаллит Стоун. Кристаллит. Вот так. Кристаллит. Ребятушечки, смотрите. Мы себе уже можем сделать этот портал на ты... Портал. Меч на 1800 использований на 18 урона. Нифига себе. Нифига себе. Нашел 5 алмазов в другом мире. И сейчас скрафчу меч на урона. Меч на урон и практически 2000 использований. Это круто. Только вот эти чудики меня бесят. И что самое главное, я не могу их никак убить. Потому что вы видите, что они... летают. Так, вот ваша мать. Ребята, вы меня бесите. Так. Ух ты нахрен! Ладно. Это не читерство. Давайте я выключу дождь. Это не читерство. Так, ладно. Нет, ребята, в какой-то степени нам туда еще очень быстро идти, если честно. Вы видели, что там творится? Это что? Haven Games. Haven Games.
А что с этого делается? А хрен его знает. Нет. Что с этого делается, мне интересно? Haven Deer. А, ну это с другого вот этого мира, да? Так. Так, сейчас. Ну, вроде разобрались. Так, это давайте сюда поставим. Круто, круто, круто. Все вроде нормально. Нет, да, ух ты нафиг. А, нам действительно, ребята, еще очень туда скоро идти, потому что вы видите, что там прям жуть. Там прям жуть, если честно, что там творится. А, плюс к тому, смотрите, ну, нас парочку раз стукнули, у нас уже практически сломалась вся бронька. Поэтому, ну, согласитесь, что очень быстро туда еще идти. Это кто, зомбарище? Зомбарище, кто же еще? Нам нужно потратить вот эти все свои мечи, потому что мы наделали кучу мечей, которых мы пока что не тратим. А, в том смысле, что они у нас есть, да? Но нужно их потратить на каких-то других боссов. Плюс к тому, ребята, нам не боссов, а вообще мобов, да? Не нужно, не нужно пушку, ребята. Я вам говорил то, что я буду сам делать. Я не хочу, чтобы... Опа. Я не хочу, чтобы за меня все сделали. Это будет не очень круто. Так. Так, 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 так. Сколько у меня опыта? 111 опыта. Что мы можем изучить? Explosion. О, уменьшает урон от взрывов. Это полезно для той хрени, которая летает в том мире, которая взрывается и не дает нам даже что-то толком сделать. Это очень полезно. Мне интересно, какую самую лучшую руду можно найти в обычных шахтах? Да вашу мать. Сбиваются. Мне кажется, аметист Джеди. Она очень редкая. Джеди. А ну давайте посмотрим, что она вообще. Джеди, вот полезная вот эта хрень. Джеди. Это вот это? Нет. Джеди. Как охренеть? Нет, не кактус, а Джеди. Ребят, охренеть, там столько, да, сколько копает, только две штуки нашел. О, ни хрена себе, ты уже две штуки нашел? Я вообще ни хрена не нашел. Все, что я самое большое нашел, это, наверное, 4 алмаза. Это, наверное, 4 алмаза и что? Я аметист, но аметист, в принципе, не очень редкий. Ой, твою мать, хотел туда тпхнуться, нажал отменить. Вашу нафиг. Опа, это что там такое? А где я вообще нахожусь? Ага, вот. Ну что ж, ребята, меня почему-то выкинуло, и, в принципе, я зашел только сейчас и сразу же тпхнулся домой, чтобы где-то не буду ждать. В принципе, я, если честно, уже в этой серии даже ничего не хочу делать. Я хочу сделать... В этой серии делаем меч или нет? Я не знаю. Давайте пока что нет. Давайте пока что нет. Варп P1, да? Ага, а мы можем... А мы так сразу можем? Варп VP. Нет, мы так не можем. Ага, смотрите, что мне в чат написало. Какие-то боги чувствуют предательство в твоем решении, что-то в этом роде. Хм, ТП, нет, сейчас, варп P1. Я не знаю, ребята, честно, давайте мы еще раз попробуем туда пойти, вдруг мы что-то сможем кого-то убить. Если нет, то сразу домой тпхаемся. Как мы это и сделали, да? Потому что вы видели, что нас как пнули нафиг только один раз, мы сразу слетели туда вниз. И это не очень круто. Вот смотрите, вот там вот эти черти. Это они... О! Вот видите, ребят? Даже они меня вот так пинают, что я чуть не улетаю вниз. А что тогда об этих говорить? Сильных... У которых там по 200-300 жизней. Во. Так. А давайте быстренько сюда потопаем. Вот тот меч, который мы можем сейчас крафтить, он крутой. То есть 18 урона это неплохо. Вот на этом, лимонайт. 100, какие 100? 10 урона. А на нем на 8 больше. Плюс к тому, сейчас мы еще сможем вот это изучить, да. У нас на 69% мы можем сильнее их бить, ребята. Это очень круто, потому что это, в принципе, очень много. Вот, мы бьем ему по 11 урона с этим мечом. Опа!
Это зареспавнилось, ребята, опять! Оно тут респавнится? Офигеть! Вот это пукалка! Ребята, это действительно пукалка какая-то. Она прям пукает вот этими снарядами и даже... Опа! Я думал, это какой-то игрок! Я думал, это игрок какой-то, ребята! Анимамастер. Нифига себе, 250 жизней. Ух, давайте-ка мы лучше туда даже не будем идти, потому что мне как-то стрёмно. Вот еще один анимамастер. Мы его вряд ли убьем, мы его вряд ли убьем. У нас опа. Сможем? Если что, у нас сейчас хоум. Мы успеем, может, хоум прописать. Ух ты нафиг. Ух ты, ни хрена. Да ну, ребята. Я вообще не догоняю, как нам тогда что-то сделать, если они нас так быстро откидывают на такие большие расстояния. Как нам вообще тогда их убить? О, может мы сейчас сможем? Тогда, мне кажется, еще действительно, ребята, нам очень быстро туда идти. Скоро идти. Я его не могу бить. Нифига себе он нас пнул. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Даже туда тогда совать. Опа. Опа. А вот этого мы еще никогда не убивали. Давайте быстренько туда побежим. Этого мы еще никогда не убивали. Я вообще, если честно, не догоняю. Как нам тогда вот этого грибочка убить? Он слишком какой-то жестокий. Ну, урка. Ты не урка, ты чурка нафиг. Урка. Сначала сервер нужно настроить, а потом уже префиксы. Чурка нафиг. Чурка и натура. 40 жизней. Поскольку мы хреначим? По 11. Ребят, это много. 11 это очень много. Главное, чтобы вот тот опять за нами не потопал грибочек. Он какой-то уж слишком прям сильный. В принципе, наверное, нужно сначала использовать вот эти все мечи железные. Вот эти все мечи, которые мы накрафтили, чтобы они у нас, в принципе, пропали и не был полон инвентарь у нас с этими мечами. А когда мы это сделаем, то, наверное, тогда уже можно будет крафтить и другие какие-то мечи. Я, честно, не знаю, ребята. Ну, раз нам пока что еще очень быстро идти вот в эти все... Если нам еще очень быстро идти... Вот эти все другие мира, потому что, ну это охренеть просто. Вы видели, как тот чувак нас один раз ударил, и он нас оттолкнул, нахрен его знает какое-то расстояние, что один раз нас пнули, мы перелетели на другой остров, я такой удивился. Ни хрена себе, о, круто, другой остров, мы быстренько перелетели и все. То есть спасибо, что нас подтолкнули, да, не нужно перебираться. А потом нас опять пнули, и мы опять перелетели уже куда-то в пропасть, да? Это не очень круто, потому что они нас так быстренько убьют. А что вообще будет тогда в других мирах, да, если рассуждать? Поэтому я, ребята, не знаю. Ну, опа. Ну, пока мы, наверное, будем вот тут, да, пока мы будем... Сейчас. Пока мы будем собирать ресурсы, чтобы пойти в другой мир, знаете что? Сейчас, давайте мы пока что этих убьем. Знаете что, ребята, может мы займемся тинкер-констрактом? Пока мы будем собирать ресурсы, да? Мне кажется, будет классная идея. Опа. Вот с этих мэджик я выбил в портал в ад. В другой мир я выбил портал с них. Поэтому, кто не знает, ребята, убивайте вот этих мобов. Голби. Ну, с Голби я ничего еще никогда не выбивал, хоть я уже много раз его убивал. Сейчас. Вот так. И убили. Как-то очень быстренько. Я надеюсь, его никто не облутал. Как вы думаете?
Но мне почему-то, ну прям, я даю 70% то, что его кто-то облутал. Я не знаю, почему я сюда забираюсь, ребята, чтобы посмотреть. Да, там факелы уже стоят. Там уже, ребята, факелы стоят. Ну. Сейчас. Ну да, в принципе, мне кажется, уже облутали. Это что вообще тут такое? А кто нас бьет? Ага. Ни хрена себе, почему яблоко выпало с земли? Бред какой-то. Нет, это уже действительно, ребята, облутали. И, как видите, тут уже и факелы понаставлены. Опа, это крутое место, знаете, для чего? Для того, чтобы собирать вот этот булыжник. Не булыжник, а вот эти кирпичи, чтобы потом себе дома сделать. Ну, чтобы потом себе дома сделать то, что тебе нужно с этих кирпичей. Они, в принципе, полезные будут в строительстве. И не нужно затрачивать ресурсы. Не, ребята, это уже давным-давно облутали игроки из сервера, поэтому мы, наверное, куда-то потом в другое место пойдем. Например, вот туда, да. Может, мы там что-то сможем найти. А в том смысле, что может мы там данж какой-то найдем, который еще никто никогда, в принципе, даже не находил. Опа. Ну, это, в принципе, продолжение. Вот эти кирпички можно, тоже наломать, они будут очень полезные. Я потом, наверное, сюда, ребята, приду и сам наломаю, потому что, мне кажется, они сильно пригодятся в строительстве. Я как раз себе сейчас там дорогу строю, а булыжника у меня не хватает. Это шахта какая-то? Это ж... Я надеюсь, да, что это шахта? Да. Опа! Ребята, смотрите, что это такое? Сейчас. А вот это никто не лутал. Или... Ребята, мы заканчиваем вот тут. Продолжим в следующей серии, чтобы было такое интригующее начало следующей серии, интригующий конец вот это, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень благодарен, если мы наберем 500 лайков. И новая серия этого сезона выйдет в ту же секунду. Вы никогда не проверяли? А давайте сейчас наберем 500 лайков, и сразу же выходит новая серия, я вам обещаю. Также подписывайтесь, вступайте в нашу банду крутых перцев, оставляйте свои комментарии. Я люблю, когда много комментариев. Я постараюсь ответить на каждый из них. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.